Концерт для счастья с оркестром один из любимых, я думаю, потому что он авторский, и мы говорим здесь то, что мы хотим сказать вам, дорогие наши зрители. И говорится это в эпиграфе, мне кажется, очень емко. Что такое наш оркестр? Это буквы, слова, слоги, звуки, ритмы и рифмы. Это небо над городом, это камешки под ногой, это песня, это наши шаги, это наши взгляды. Это детский лепет, это тепло родной руки, новый день, я и ты. И что лучше может быть? Вот. А финал нашего спектакля – это как раз мы становимся маленьким оркестром, в котором каждый играет на своем инструменте. На звонких барабанах, на маленькой скрипочке, на валторне. Но главное, чтобы не было фальшивых нот в нашем маленьком оркестре жизни.